Столичное центральное почтовое отделение. Здесь собрались приднестровские филателисты и коллекционеры соседних государств. Аурел Чубану приехал из Кишинева. Рассказывает, что 35 лет увлекается марками. Есть и полная коллекция приднестровских миниатюр, несмотря на то, что около 10 лет не был в Тирасполе. Захотелось и увидеть, как происходит презентация в Тирасполе на данный момент. Захотелось купить сегодняшний выпуск, как для себя, так и для коллег по переписке. Захотелось увидеть и город. Давно не был. Благодарим почте Приднестровья за предоставленное, так сказать, удовольствие, помещая в коллекцию сегодняшний выпуск марок. Почтовый выпуск – это два блока по 4 марки, 3 конверта и открытки на космическую тематику. На них изображены космонавты Валентина Терешкова, Юрий Гагарин и Валерий Быковский. Для этой презентации выпустили и два штемпеля. Когда в полиграфисте мне показали оба эскиза этих штемпелей, они мне оба понравились. И я не знал, какой выбрать, решил оставить оба. К тому же у нас, ну, наверное, больше половины коллекционеров Приднестровья собирают именно космос. Пожалуй, это самый дорогой выпуск в этом году, если брать стоимость в листах. Если говорить о двух блоках и четырех марках, то стоимость 68 рублей. На этом презентации 2013 не завершатся. Уже 21 декабря марка Приднестровья представит миниатюры к 400-летию дома Романовых. По словам директора, в следующем планируют выпустить еще 15 серий марок. Их посвятят столетию Первой мировой войны, юбилейным датам со дня рождения Тараса Шевченко, Михаила Лермонтова и Дмитрия Кантемира, а также Сочинской зимней олимпиаде, Мерсишору и другим событиям. Светлана Березовская, Александр Чебан, Первый Приднестровский.